Привет, ребята. Давайте позавтракаем. Позавтракаем вот эту вкуснятину. Тушеная картошечка с конинкой. Оставлял маленько себе, с килограммчик. Репчатый лучок, колбаска копченая и пицца. И чаек в наличии зеленый. В Искитиме у нас сегодня 15 минут 10. Погода ясная. Плюс 10. Погнали хавать. Всем приятного аппетита. Какой я сегодня голодный. Вот такая пицца. Майонеза, любимая моя, не пожалела. Сочная пицца. Лучок с нами. Сегодня у нас понедельник, да, ребята? Сейчас покушаю, да, надо съездить по делам. Мне вот нравится, жена у меня как картошку готовит, тушеную, вот крупными кусками ее делает, чтобы такая неразваренная была. Ну, кому как, ну, мне вот так прям очень нравится. Хороший завтрак у меня. Жена предлагает: закажи микрофон нормальный на Вальберисе. Думаю, заказать, что ли?
Тысячи полторы стоит такой недорогой. Полторы-две. Кстати, я зеленый чай как-то не очень. Обычный черный кончился. В магазин идти лень. Приходится черный пить. Лучок такой ядреный. Я почти каждый день лук ем. На камеру не снимал как-то этого. Это собачки. Жена ругается на меня. Надоело же лук, ешь каждый день. Спать ложимся, от меня воняет. Я говорю, зато коронавируса не будет. Да, неужели погода наладилась? Небо ясное сегодня. Деревья даже не колышутся. Сразу видно, что ветра нет. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень интересно. Всем хорошего дня. Пока.